как же это красиво. Очень красиво. Ух ты. Вот сейчас я иду по камушкам на пляж Гагры. Вот какой здесь красивый пляж. Какие виды. Пальмы, колоннада. Очень красиво все. Великолепно. Петра. Река, которую мы сейчас видим, река, открывшаяся вашему взору, это река Бзык. Это одна из самых протяженных рек Абхазии. Протяженностью 115 километров. И вот она свое начало у отрога главного Кавказского хребта на высоте 2300 метров над уровнем моря. Скорость течения реки верховьев 25 метров в минуту, воробьев 15 метров в минуту. В реке водится рыба, это форель, также на березе водопой лосось. Кстати, самая протяженная река Абхазии – это Каток. Она в Ачинчевском районе Абхазии протяженностью 154 километра, в питании реки, которая участвует 10 кулинчар, 10 грибников. Посмотрите вокруг, нас с вами окружают Кавказские горы. Это Кавказские, 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 Юбшарские грибков. Мы сейчас с вами именно в ущелье Кзыбском, окружает нас с вами именно Кзыбские хребты. Высота Кзыбских хребтов. Доходим до 2000 метров. Наивысшая точка – это Красышка. Именно ее высота 2630 метров. Сейчас с левой стороны, внимание, обратите, небольшие капельки воды будут стекать со скалы. Это получается явление карстово. И здесь вода просачивается сквозь породу и совсем такими небольшими капельками стекает вниз по скале. Местечко носит романтическое название. Оно называется «Водопад девичьей слезы». У водопада, конечно же, заметили, очень много разноцветных ленточек завязано. Это связано с одной абхазской приметой. Примета это гласит, что если девушка оказавшаяся... Какой мостик красивый! Верхочку, то она обязательно в этом году выйдет замуж. Но существует одно правило. Девушка, завязавшая ленточку до водопада, обязательно выходит замуж за Абхаза. Что ее ждет, расскажу немножко попозже. А мы не будем останавливаться? Расскажу вам в обычаях проведения Абхазской свадьбы, также рожной нежной ходительства. До водопада девичьи слезы останавливаются, к сожалению, не умеется дорогой через, но там перекрывать ее а не получится. Потихонечку также на пути обратно проедем. Еще вам фотографируют здесь водопад девичьи слезы. Мы за собой оставляем. Дальше свой получается по ущелью Кзыбского. Продолжаем. Сними вокруг, вон там вообще просто нереально, посмотрите, это Паша, да? Кайф, кайф просто. Да, там все про вот это вот вам расскажем. После дегустации вам время дадут, не переживайте. Кто хочет, потом может подойти, открыть, сфотографировать. Да. Сейчас главное дегустация. Пройди. Много пчел, они меня не покусаются. Давай, ну так себе. Пчел вижу, как летает. Залезь к ним волей. Как Винни-Пух. Как, пойдем посмотришь на пчел? Пойдем? А если укусят? И классные поросятки тут пасутся. Поросятки, поросятки. Офигенные. Какая река классная. Как она быстро течет. Не хотелось бы, конечно, упасть туда. Ни в коем случае. Ну ты прям поближе, да? Ага.
самом зеленью. Ко всему этому подают мясо, могут рыбу подать, шашлык, копченое мясо. Для того, чтобы много понравилось, это все нужно есть вместе. Вот так. 2-3 миллиметра будет растает стол. 2-3 миллиметра, даже не сантиметра. Так. Пойдемте, присядем куда-нибудь. Давайте поговорим. Какая красота! Вот мы на панорамном мостике! Да не бойся, это я так, видишь, я пугаю. Прости, Кать. Вот это красота, конечно. Просто божественный вид. Иди наверх. Это вот резко. Вершины гор там в облаках. Это видно там где-то? Вставай, я буду фоткать и видео снимать. Давай. Так красиво? Да, так красиво, она фоткает не то. Давай я подойду, вот так, в кадр зайду. Поехали. Эти 6 лет самостоятельно могут кататься. Налет над рекой, главный спуск, абсолютно руки-ноги. Мутная. А эта река, которая сейчас будет опасно со стороны левой, эта река Ева, она уже очистилась, она больше такого красивого зеленовато-голубоватого цвета. Но вот из-за сильного течения реки на протяжении примерно 10 метров сразу не сливаются. Ева чистая, потому что пещерная. Она берет сначала с водопада Кельтского. А взык, который нас с вами сопровождала, она берет свое начало на высоте 2300 метров над уровнем моря. Характеристики ливневого дождя идет сейчас пока интенсивная. Вау! Боже, как же это красиво! Вот это да! Я вообще в восторге просто! Нереально! О, ага. Камера не видит, конечно, это. А, как страшно. О, боже, как страшно. Снимаем. Вот такое вот красивое озеро голубое. Как же здесь обалденно красиво. Ой, там еще и с птичкой фоткаются. Она еще и там поет. Правда, народом много. Thank you.
приехали пообедать. Такой вот хачапури по-аджарски мы заказали. Посмотрите, с каким видом мы кушаем. Кайф. Нереальный кайф. Полностью с росписью, оно было закончено в 1913-м. Кстати, видно, да, Гуместинским сейчас вот хорошо. Вот такая вот красота открывается со скалы, где храм. Мужской монастырь, очень завораживающий. Вот и сам монастырь. Мы из него уже вышли. Вот, а палатки там такие, да? Смотрите, какие красивые ярко-зеленые деревья. Красиво. Сейчас находимся на старой заброшенной железнодорожной станции. Сейчас покажу ее название. Вот оно, Псырцха. Какая же здесь красивейшая природа. Просто сказочно. Это просто надо видеть. Какая красота. Дим, я тебя снимаю. Не знаю. А я? Куда он будет? Он горит мой отбор. Не знаю, если он сразу будет.
да.